На портале госуслуг функционируют 103 сервиса Социального фонда России. Как сообщила пресс-служба дагестанского отделения, они затрагивают почти все сферы – пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей. Для получения всех доступных услуг необходима лишь подтвержденная учетная запись. В прошлом году на госуслугах начали работу около 40 новых сервисов фонда. В их числе электронное заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений, оформление ухода за инвалидами и пожилыми, а также компенсации на оздоровление и ежемесячных выплат на молочное питание детей до 3 лет. Кроме того, специалисты отметили, что большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы заявления для назначения мер поддержки семьям военных и пострадавшим от радиации. И с их помощью можно дистанционно назначить компенсацию за проживание в радиоактивной зоне или работу в ней. На госуслугах представлены и сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую книжку и пенсионный счет. Также инвалиды и их представители имеют возможность получить технические средства реабилитации, зарегистрировать автомобиль для парковки на специальных местах и оформить путевку в санаторий. Анастасия Сидоренко, Гаджи Гаджиев. Новости, телеканал «Среда».